Эту историю прислала нам читательница на почту. Девушку зовут Анна. Она очень захотела поделиться со СМИ произошедшим с ней и котом Мурзиком в ее подъезде. Аня студентка на последнем курсе, и в свободное от учебы время девушка подрабатывает в кафе. У девушки всегда было много знакомых и друзей, но все они остались в другом городе, который ей пришлось покинуть из-за учебы тут. В Москве Аня не смогла найти себе друзей, но компанию знакомых все-таки удалось, поэтому девушка все-таки иногда выбиралась погулять. Однако ничего не было так грустно, как приходить в пустую квартиру, в которой тебя никто не ждет. Так Анна и прожила два с половиной года своей учебы в одиночестве и грусти. Однажды в их подъезде появился маленький кот, который постоянно мяукал и плакал. Соседи прогоняли его, а местные дети прозвали его Мурзиком, потому что он постоянно мурлыкал. Люди не очень любили Мурзика, потому что он выглядел облезлым, некрасивым, больным и несчастным. Никто не хотел кормить этого кота, и его постоянно пытались вынести из подъезда. Однако не ясно каким образом но котик все равно попадал в подъезд. Однажды Аня возвращалась с учебы и была просто в отвратительном расположении духа. Девушке было невероятно грустно, потому что парень, который ей нравился, оказался женат. Аня вдруг поняла, что у нее абсолютно никого нет. Девушка подошла к своей двери и заметила плакающего Мурзика. Она вдруг увидела в нем себя. Он тоже был несчастен и абсолютно никому не нужным. Аня решила погладить маленького котика, а когда она прикоснулась к нему, то поняла, что больше не хочет его отпускать. Уже дома Аня обогрела его и накормила, помыла кота, и он стал выглядеть гораздо лучше, чем был. На следующий день девушка отвезла Мурзика к ветеринару, и тот прописал ему необходимое лекарство для глаз. За это время, что Аня провела с котом, девушка осознала, что в мире есть еще более одинокие и грустные существа, а в жизни обязательно появится шанс, который изменит вашу жизнь.